Стала известна дальнейшая судьба шеринга электросамокатов в Омске. Мэр Омска Сергей Шелест провел встречу с заместителем генерального директора компании. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. Напомним, ранее городские власти заявили, что компания размещает электросамокаты на улицах города незаконно, поскольку не подписала соответствующее соглашение с мэрией. Несколько окружных администраций подписали распоряжение о выносе электротранспорта, если представители сервиса не уберут их в 7-дневный срок. Шеринговые компании сообщают, что нет отказывались оплачивать аренду, но и не получали конкретных предложений хоть каких-то цифр от чиновников, хотя проинформировали городские власти о запуске проката электросамокатов в городе. На личной встрече договориться все-таки удалось, самокаты останутся. Однако предпринимателям необходимо собрать и передать в окружные администрации документы для выдачи разрешений на парковку электротранспорта в рамках действующего законодательства. Сергей Шелест отметил, что шеринг вполне может работать в системе тендеров, что в свою очередь позволит увеличить поступление в бюджет города. Помимо прочего, мэры и представители сервиса обсудили возможности создания инвестиционной программы, предусматривающей появление в Омске специализированной среды для использования самокатов, велосипедов и другой подобной техники.